Октябрь 1877 года. В Барнауле, на пересечении улицы Пушкинской и Соборного переулка, нынешнего Социалистического проспекта, открыта первая женская казенная гимназия. Предметы делились на обязательные и необязательные. К первым относились закон Божий, русский язык, математика, география, история, физика, иностранный язык, немецкий или французский, а также чистописание. Факультативно обучали черчению, рисованию, гимнастике, музыке, пению, танцам. Обучение стоило немало – от 60 до 80 рублей в год. При этом преподаватели жаловались на низкую зарплату при высокой загруженности. Работали с 8 утра до 5-6 вечера. Настоящим бичом учебного процесса были шпаргалки, которые охотно использовали ученицы. После революции здание сохранило свой профиль. Здесь долгие годы располагались учебные заведения. 30 октября 1967 года на площади Советов торжественно открыли памятник Владимиру Ленину. С тех пор он стал такой неотъемлемой частью городского пейзажа, что странно подумать, что когда-то на его месте был простой сквер. Теперь, говоря «центр города», горожане чаще всего имеют в виду эту площадь вокруг памятника. В 2007 году памятник и окружающую его площадь реконструировали. Подпорные стенки получили облицовку из плит полированного гранита. Кроме того, были отделаны гранитом старые бетонные плиты памятника. Кстати, до 1991 года в Барнауле насчитывалось 13 памятников Ленину. Тот, что сегодня стоит на площади Советов, один из шести сохранившихся.